Перми мужчина, въехавший в патрульный автомобиль ГИБДД, обстрелял из пневматического пистолета сотрудника полиции. Трое полицейских доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщают в региональном управлении МВД. По предварительным данным, мужчина управлял автомашиной Toyota Prado, нарушил правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в служебный автомобиль ГИБДД. После столкновения мужчина выскочил из своего внедорожника, достал пневматический пистолет и начал стрелять по сотрудникам ДПС. При задержании водитель внедорожника в разговоре с полицейскими заявил, что является помощником президента.